запомни имя Ассала, не забывай, как твоя армия. Всем привет, ребята. Вот я для вас собрал сборку для гетто тащеров. Вот просто наслаждайтесь. Я думаю, это максимально качественная сборка для гетто тащеров. Тут установлено ганпак, изменены скины, такой приятный color mode с сеттаем, с сетвиатором. Вы ставьте на свой все вкус, как вам приятно будет. Вот чисто вот это, когда ты заходишь, вот это стандартный стоит set time и set weather. Вы можете менять на set time на 7. Думаю, вот я с таким лишь бы играю. И set weather 7, по-моему. Вот с такими вот. Я играю с такими. Или set weather там 4, допустим. Кому как приятно будет. Перейдем, короче, вот такой у нас установлен фист. Данная GTA-шка не приватная, тут многие вовсе знают, что с таким фистом я бегаю. Установлено вот такой рифла М4, шотган и револьвер. Это приватный, из приватного блока, сам для меня лично делал наш ганмейкер недавно, он нигде не слит. Перейдем, короче, вот такой у нас генерал стоит. Прицелчик это топовый из 2014 года. Далее рифла М4. И шотган. А теперь перейдем по скинам. А теперь переходим к скинам. Не все скины изменены. Такой грувчик. ФАМ-2. Грувы. Вот так, сколько. Далее. Баласы. Вагас. Ну, Вагас у меня все знаете, что я не меняю. Только чисто из... АТГ-10 и бороду ставлю. Ацтеки. Все, а теперь покажу рифу. Третий скин. Рифа вот так выглядит. 74-й. Это СФР-2. Так, далее переходим по гетто. Тут мы увидим, что изменены текстуры, дорога. Ну тут ша покатаюсь, вы посмотрите. Я думаю, чисто приятно играть на этом GTA-шке. Тут минимально собрано, чтобы минимально моды восстановлены, чтобы максимально FPS было, чтобы у вас FPS не просел. Лично я не чувствую, что проседание FPS. Я думаю, ребят, это достойная GTA-шка. Жду от вас море лайков. Пишите в комментариях, что именно вам не понравилось и так далее.